В сентябре на заседаниях думских комиссий народные избранники обсудили, как в Березняках реализовывается муниципальная программа привлечения и сохранения врачебных кадров. Действует она в рамках трех предпрограмм. Остродефицитные специалисты, по которой планируется привлечь 10 врачей, сохранение врачебных кадров и сельский фельдшер, по которой медикам в фельдшерско-акушерских пунктах возмещаются затраты на аренду квартиры до предоставления служебного жилья. Этим же специалистам готовы оплатить профессиональную переподготовку по специальности лечебное дело и закупить автомобили для проживающих далеко от места дислокации фельдшерского пункта. Мы привлекли 3 врача. Одного врача-офтальмолога, которая получила единовременную денежную выплату в размере 1 миллион рублей. Одного врача-травматолога-ортопеда, ему уже предоставлено служебное жилое помещение, как вновь прибывшему и трудоустроившемуся в государственное бюджетное учреждение имени больницы имени Вагнера. Также у нас привлечен один врач-патологоанатом. В этом году также планируется привлечь одного фельдшера и переобучить 2 специалистов, а также приобрести 1 автомобиль.